Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем знакомить вас с интересными магазинами в Алании, в которых продаются качественные вещи турецкого производства. И от вас был запрос, от женщин особенно, но и от мужчин тоже, показать магазин, где продаются классические костюмы, юбки, рубашки и вещи турецких фирм. И сегодня мы приглашаем вас в магазин на пятничном рынке, и в этом магазине продаются вещи, конечно же, в соответствии с сезоном. В зимний сезон вы можете здесь найти вещи зимние и осенние, ну и летом летние вещи и, конечно же, остатки зимнего или осеннего сезона. Здесь большой выбор как классической женской мужской одежды, так и повседневной одежды. Поэтому давайте пройдем в магазин, посмотрим, что там есть, потому что я для вас подобрала капсульный гардероб именно из этого магазина. Поэтому смотрите до конца, подписывайтесь на инстаграм этого магазина, вся информация в описании. И давайте скорее пройдем и посмотрим, что же интересного есть в этом магазине, по каким ценам и что я для вас придумала. Дорогие друзья, в первую очередь, зачем я пришла в этот магазин? Я хочу найти себе черный классический пиджак и хочу подобрать себе юбку в складку. Но помимо этого я нашла здесь еще очень красивое пальто и различную верхнюю одежду. Помимо того, что здесь есть классические стильные пальто, которые я вам покажу чуть позже, здесь очень большой выбор вот таких вот плащей, которые также похожи немного на парку. Померяю чуть позже. И, например, вот такой вот плащ стоит всего 289 лир. Кстати, здесь есть разные цвета, как длинные плащи. Также мне понравилась очень вот эта вот модель. Необычный плащ вот с такими вот интересными вставками и, видите, вот с такими вот интересными пуговицами. Например, сколько стоит такой плащ? Такой плащ у нас стоит 249 лир. В этом магазине продается одежда производства, только производства Турции, и все цены указаны на этикетках. Есть вот такие вот пальто, кстати, которое мне очень понравилось, темно-синее классическое пальто, стоило оно 799 лир, а сейчас стоит всего 349. Пальто с ремешком, удлиненное на осень, на весну, ну и, конечно же, на аланийскую зиму, это будет просто очень необходимая вещь. Помимо длинных пальто, здесь представлено большое количество пальто такого же кроя, только немного короткий. Например, вот такое вот черное пальто, тоже классическое, фирмы Vivencia, турецкой фирмы Vivencia. И стоит оно 349 лир. Если вы хотите что-то светлое, то вы можете выбрать пальто вот такого цвета. Или, например, грязно-фиолетового, такое более молодежное, расслабленное пальто. Если говорить о парках, то здесь их тоже очень большое количество. И, например, есть пальто вот такого вот интересного цвета с искусственным мехом, который также отстегивается. Это пальто стоит 500-529 лир. Мне очень, кстати, понравилось вот это вот пальто, тоже длинное. Например, пальто вот такого вот цвета можно носить как с классическим пиджаком, брюками, но можно носить и, например, с джинсами и кроссовками. Вот это вот универсальная вещь, которая будет, я не знаю, в гардеробе просто тоже незаменима. Если говорить о парках, то здесь есть парки вот такого вот коричневого цвета, светло-коричневого, черного и вот такого вот болотного цвета. Сейчас вам быстренько покажу, но такую парку я померю чуть позже, когда покажу вам весь гардероб, который я выбрала. Есть теплые зимние пальто и большое количество жилетов. То, что я тоже искала, например, вот такие вот длинные жилетки. И сейчас очень-очень модные. Посмотрите, жилеты вот такого вот плана из
блестящей ткани. Есть вот такого нежного грязно-розового, а есть вот такого вот черного. У меня раньше была куртка вот такого вот лана, и очень красиво, шикарно смотрятся такие жилетки. Ну и, конечно же, если говорить о классической одежде, здесь большой выбор пиджаков. Вот именно такого плана я себе пиджак и искала. Такой пиджак стоит 189 лир. Есть разные варианты, например, вот такого плана или вот такого плана с рукавами. Поскольку сейчас зимний сезон, то вы понимаете, что зимой мы носим более теплые вещи. И, например, классические пиджаки более утепленные. Также есть черные и вот такого вот цвета интересного коричневого. Есть укороченные пальто, тоже похожие немножко на парки, но как пальто с капюшоном. В этом магазине, знаете, что мне еще понравилось? То, что здесь есть большой выбор вот таких вот интересных спортивных вещей. И помимо этого вы можете выбрать классические брюки совершенно разных цветов. От классических черных, например, от классических черных до вот таких вот светлых, которые также можно носить весной, осенью. Вот эти вот брюки здесь представлены на этом стенде три цвета: темно-синие, черные и светлые. Стоят 118 лир. Кто-то из вас меня спрашивал, можно ли в Алане найти вещи в стиле Боха. Так вот, я для вас нашла такие вещи. Например, вот такого плана рубашки. Но мне очень понравилось, для тех, конечно же, кто любит такой стиль, вот, например, вот такие вот брюки. Их можно тоже носить как весной, так и летом. Есть вот такого цвета. Очень-очень приятная ткань. Очень классная ткань. Фирма Кетче. И есть вот такого вот более светлые, которые можно носить тоже летом, в них будет не жарко. Если говорить об одежде на какие-то торжественные мероприятия, на какие-то праздники и так далее, то в этом магазине также представлено большое количество платьев. Друзья, очень важно при покупке вещей, когда вы идете в магазин, или то, что вы видите на видео, я вам показываю, очень важно понимать, что на вешалке вещь смотрится, она может смотреться как-то не очень уместно, не очень красиво, но когда вы эту вещь меряете, на вас она может смотреться совершенно по-другому. И на одном человеке она смотрится хорошо, а на другому человеку она просто не подходит по фасону, по плечам, по модели. Поэтому здесь большое количество платьев, одно из них я померю. Ну, смотрите, например, опять вот в таком вот интересном стиле Боха, посмотрите, какое интересное платье. Самое главное, никогда не забывайте, что вещи нужно уметь сочетать и уметь носить. Вот тоже очень кажется сложная какая-то интересная модель, да? Но если ее правильно надеть, с правильной сумочкой, с правильной какой-то, я не знаю, верхней одеждой, будет смотреться очень красиво. Я выбрала вот такое вот платье. Я его померю. И, кстати, это платье, я вам скажу, оно стоит 279 лир. Мне очень понравилось, поскольку у меня светлая кожа, мне нужно вот такие вот темные вещи. Вот, например, платье, которое стоит 229 лир. Очень красиво его повязать вот так вот пояском, и будет смотреться просто потрясающе. Изумрудный цвет, посмотрите, изумрудный цвет просто шикарный. Также в этом магазине представлено большое количество разных юбок, длинных, коротких, юбок в складочку. Я нашла две очень красивые, шикарные юбки. Ну и, конечно же, вот такого вот плана спортивно
спортивно-юбочные костюмы, в общем, очень интересные, и большое количество различных кофт. Например, есть с различной отделкой, ну, до очень классических интересных вариантов. Много юбок по цветам, ну, например, юбка, черная классическая юбка. В общем, очень много всего. И, друзья, самое главное, когда вы идете в магазин, всегда думайте о том, как сочетать вещи, которые вы покупаете. Если вы покупаете гардероб полностью в одном магазине, то старайтесь покупать вещи, которые бы сочетались друг с другом. Как обувь, так и вещи. Поэтому в этом магазине я подобрала для вас капсульный гардероб, который состоит как из классических пиджаков. Посмотрите, какую шикарную юбку я нашла. Складочку. И точно такую же, более повседневную. Джинсы, два свитера, парки и вот эта вот жилетка. И полупарка, полуплащ. Вот этот вот весь гардероб идеально будет сочетаться вот с этими ботинками, вот с такими вот классическими ботильонами. Ну и, конечно же, если говорить о классическом черном костюме, то, естественно, под него подойдут вот такие вот туфли. И под джинсы идеально подойдут вот такие вот спортивные тапочки. В общем, самое главное, чтобы вот эти все вещи сочетались. В чем суть? Суть капсульного гардероба в том, чтобы белая рубашка сочеталась с классическими брюками, с джинсами, с юбкой, вот с этой юбкой. И вот эту даже классическую рубашку можно, например, надеть будет вот под этот свитер. И если вы захотите надеть что-то классическое, вы используете классическое пальто. А если вы надеваете джинсы, рубашку и белые тапочки, то вы спокойно можете использовать парку или вот такой вот полуплащ, полупарку. В общем, давайте мерить, я вам покажу, как это все будет выглядеть на мне. Первый и самый простой вариант — это вариант джинсы, футболка. И когда теплая погода, можно надеть белые тапочки и, например, вот такую вот вот такой вот интересный плащ. Очень спортивный вид. Если вы, например, мерзнете, можно еще сверху надеть шарф. Также к этим джинсам подойдет вот такая вот куртка, парка, более теплая парка. Но если мы надеваем парку, мы ее, конечно же, застегиваем. И, например, к этой парке мы можем взять вот такие вот, эта парка мне немножко велика, но можем взять, например, вот такие вот ботинки. Также мы можем поменять образ совершенно кардинальным образом и, надев парку вот такого вот коричневого осеннего цвета, мы можем надеть вот такие вот ботиночки. Или, например, вот с такого цвета паркой, джинсами подойдут вот такие вот ботинки тоже. Также этот образ я вам уже показала. Можно трансформировать следующим образом. Взять вот такие вот ботинки и вот такой вот жилет. Также с этими джинсами можно надеть вот такой вот свитер, который подходит как к ботинкам, так и вот к этой парке. Ну или можно, например, вместо джинс надеть совершенно свободно черные брюки. Вот таким вот образом. И тоже будет хорошо сочетаться. И, конечно же, сверху можно надеть эту же парку. Посмотрим, как это будет смотреться. И все, вы утеплены. Вот такой вот получился простой осенний комплект. Также можно подобрать, например, вот такую вот
черную юбку со свитером, или очень красиво, например, будет смотреться вот такая вот юбка. Мерить я ее уже не буду, но если, например, надеть вот эту юбку, тоже к этим ботинкам будет очень хорошо подходить. И сверху, чтобы разбавить все это, можно надеть парку, например, длинный плащ или парку вот такого цвета. То есть это будет полностью такой прям осенний вид. Ну и если вы любите что-то такое рок-н-ролльное, даже вот с этой вот такой классической юбкой можно надеть вот эти ботинки, которые подходят к этому жилету. И это будет очень тепло и классно тоже смотреться. Под эту жилетку можно надеть совершенно разного цвета свитер. Например, вот такой вот грязно-розовый свитер, он будет вас омолаживать, как говорится. Ну, такой более нежный цвет. То есть под жилет можно надеть все, что угодно. Даже можно надеть джинсовую куртку, потому что сейчас в моде многослойности. Если, например, вам холодно, вы даже можете надеть длинные перчатки вот из такой же блестящей ткани. В общем, пишите в комментариях, как вам эта жилетка. Мне, например, очень нравится. Она еще с капюшоном, такая длинная. Ну и, конечно же, под этот вид можно надеть и вот эти вот ботиночки. То есть, друзья, вы видите, каким образом, имея всего 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и платье вечернее, всего 11 вещей и 3 пары обуви, каким образом можно играть с вещами. Еще джинсы, 12 вещей, всего 12 вещей и такое огромное количество разных вариантов. Ну и, конечно же, друзья, самая моя любимая одежда — это классическая одежда. Можно подобрать брюки, вот такую вот интересную рубашку, которую можно, рукава которой можно закатать или спустить. Если вы надеваете пиджак, можно рукава спустить. В общем, вот такая вот рубашка. И, конечно же, под классический костюм идут классические туфли. Но, например, под пиджак, я очень люблю под пиджак носить также свитера. Под пиджак можно надеть свитер и, например, вот эти же ботинки. То есть, видите, как много вариантов. Но сейчас вместе с вами выберем мне пальто. Как вы думаете, напишите в комментариях, какого цвета пальто мне подойдет. Вот видите, пальто совершенно не классическое. Пальто очень какое-то такое спортивное, но, например, с классическим пиджаком, мне кажется, смотрится очень красиво. Ну, как-то так свободно. Ну, а теперь супер, ребята, мой самый-самый любимый, супер классический вариант. Это пиджак, брюки, белая рубашка и вот такое вот пальто. Это мое самое-самое любимое, что я больше всего люблю надевать. Ну, понятно, что к черному пальто, к черному костюму нужен какой-то другой цвет, потому что если мы наденем черное, будет как-то слишком темно. Ну, а, например, к этому черному моему классическому виду можно, например, взять вот это вот пальто. Очень, кстати, красиво смотрится. Ну и, конечно же, вместо вот этих вот туфель, потому что холодно, можно взять, например, ботильоны. Ну и, конечно же, если мы говорим о осени, то в туфлях ходить холодно, можно надеть, например, ботильоны. Или, друзья, с той юбкой, которую я мерила, с юбкой в складочку, можно даже надеть грубые черные ботинки. В общем, смотрится, мне кажется, очень классно. И последнее, друзья, что я мерю, это вот такое вот вечернее платье. Оно мне чуть-чуть мало, но я очень люблю вечернее платье с длинными рукавами и
Смотрится оно вот таким вот образом. Стоит всего 200, 280 лир, по-моему. Давайте пройдем к вечерним платьям, и я покажу вам, какое именно это было платье, потому что, как я вам и говорила, когда вы смотрите что-то на вешалке, это смотрится одним образом, а когда вы меряете на себя, смотрится другим. Поэтому я померила вот такое вот черное, но здесь еще есть вот такое вот элегантное серое и синее. Синий цвет я тоже очень люблю. Синяя немножко другая модель, но также можно надеть. Здесь даже вместо пояса, видите, есть вот такое вот кружево. И стоит также это синее платье 279 лир. Мне кажется, синее мне тоже бы подошло. Но я выбрала это черное, всего 279 лир. Его нужно чуть укоротить, но с туфлями вполне красиво. Напишите обязательно, как вам это платье. Друзья, я надеюсь, что вы теперь поняли, что... Ну, многие из вас, конечно же, знали, но я вам показала еще раз, как из 12 вещей, как классической, спортивной, так и вечерней, 4 пар обуви, плюс вечернее платье, можно подобрать капсульный гардероб, вещи в котором будут сочетаться по цветам, по форме, в общем, будут сочетаться между собой, это на самом деле очень важно. Ну и помимо этого, в этом магазине есть большое количество таких вот красивых шарфов. Можно приобрести теплые рубашки, ну и, конечно же, различные туники. Например, я для вас нашла очень классную тунику. Представьте, как она будет шикарно смотреться летом. Здесь есть цвета, вот такой вот цвет, черная и светло-коричневая, но кофейная. Но мне очень понравилась черная, грязно. Мне очень понравилась вот эта вот черная. Она может быть как и просто накидка, как и платье. И мне очень понравилась вот эта вот грязно-розовая. Посмотрите. Ее можно носить как рубашку, как накидку на футболку с джинсами и как просто платье. Смотрится очень здорово и стоят они 189 лир. Ну и помимо этого, конечно же, как вы видите, здесь очень много вот таких вот разных теплых кофт, кардиганов различных шалей и так далее. И, например, мое внимание привлекло еще вот это вот пальто. И что самое главное, рукава в этом пальто отстегиваются, то есть их можно отстегнуть, и получится просто классическое пальто. Очень красивое, простое. И, конечно же, джинсы, бойфренды так называемые, и большой выбор брюк. В общем, даже в любом магазине вы можете найти то, что будет вам подходить по стилю, по цвету, по содержанию. Поэтому, когда вы в Алании, приходите в магазин Акбутик. Здесь вы найдете очень много красивых вещей. Ну а сейчас мы пройдем в мужской отдел, и Айхан тоже покажет нам какие-то интересные мужские вещи. Böyle bir pantolonla bir ceket deneyeceğiz. Ceketimizin yeleği de var. Ha burada şey de var Anastasia, normal takım elbise de var ama ben böyle bir kombin yapacağım. Айхан сейчас будет мерить пиджак, жилетку и брюки. Здесь есть как костюмы, так можно взять, например, пиджак и к нему подобрать какие-то брюки, потому что вариантов брюк тоже большое количество. И сейчас Айхан решил не брать костюм, а решил подобрать себе, к пиджаку подобрать брюки. Здесь также большое количество верхней одежды в этом магазине, я вижу, рубашки и очень много свитеров, вот таких вот, например, интересных. Посмотрим по цене, сколько стоит. 119 лир. Очень мне нравятся вот такие вот свитера мужские, которые с выбивкой на ткани, очень красиво они смотрятся. В общем, очень много разных вариантов.
для того, чтобы что-то выбрать, вот тоже интересная модель, чтобы что-то выбрать, нужно просто прийти сюда. Большой выбор джемперов разных цветов, моделей, фасонов, вязаные, шерстяные, хлопковые. Ну и, конечно же, большое количество рубашек. Что здесь есть еще интересного? Так это вот такие вот зимние куртки. Тоже можно подобрать, например, вот такого вот плана, как с под мех, капюшон, как с воротником под мех, так и с капюшоном. Но сейчас Айхан выйдет, и мы тоже примерим. Айхан подобрал вот такой вот темно-синий пиджак, интересный, рубашку, жилетку и серые брюки. И этот комплект получился очень, очень красивый. Мне кажется, очень хорошо получилось. Да. Угу. Очень интересная ткань такая у костюма. Прям он не немножко такой casual. Не совсем классический, а casual. И очень интересная рубашка. А bu ceket mesela jeans pantolonlarla da giyebilirsin. Почему Айхан выбрал такой? Потому что этот пиджак можно, например, носить и с джинсами. Или брюки с любой рубашкой. Сейчас покажет, с какими джинсами, например, можно надеть. В принципе, с любыми, с черными, с синими джинсами можно надеть. И классические костюмы в этом магазине от 600 лир до 1000. Свитера от 100 лир по цене. И также под пиджак можно надеть вот такой вот легкий свитерок. Очень красиво смотрится темно-синий цвет. Вот так вот смотрится тоже бордовый свитерок. Мне очень нравится. Можно также под пиджак. Напишите под пиджак, какой лучше, синий или бордовый. Мне кажется, темно-синий лучше. Güzel mi? Son bir tane daha hareketli bir şey giyeceğim şimdi. Вот такой вот свитерок с каким-то таким интересным рисунком. И пиджак уже другого цвета, серого цвета. Очень тоже хорошо сочетается с брюками. Ладно. Ладно, хорошо. Ладно, красиво. Да. Дорогие друзья, вот такое вот у нас получилось сегодня интересное видео, немножко другого плана. Надеюсь, что вам понравилось то, что мы вам показали. В магазине Ак Бутик, помимо обычных размеров, есть и большие размеры для мужчин до 66-го, для женщин вплоть до 60-го размера есть вещи. Поэтому, если вам нужны какие-то интересные вещи, и вы хотите подобрать себе какой-то капсульный гардероб, как мужчины, так и женщины, вы найдете здесь все, от классических до спортивных вариантов. Как верхняя одежда, так осенняя, весенняя, летняя. Ну, в общем, для мужчин и для женщин здесь есть все, вплоть, как я уже сказала, до больших размеров. Поэтому, когда вы в Алании, обязательно заглядывайте в этот магазин. Нам здесь очень понравилось. Я подобрала себе юбку в складочку. И Айхану мы взяли костюм. Завтра портной его подошьет. Кстати, здесь тоже все вещи портной может подогнать по вашей фигуре. Поэтому все ссылки в описании. Заходите в социальные сети этого магазина. Приезжайте в Аланию и покупайте качественные, красивые вещи, которые произведены в Турции. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал. Ну и, конечно же, добро пожаловать в Аланию и в Турцию. Всем всего хорошего. Пока-пока.